Хуже вчерашнего с нами еще ничего не случалось. Мы потеряли 8 человек, весь груз. И Сэм даже не может встать. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Он уже привлек на свою сторону прокурора. И тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови. Но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил пожизненное. Эти конторские книги дадут прокурору кучу улик против нас. Но без Фрэнка они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, должен пришить Фрэнка? Больше 20 лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил омерту. Не знаю почему. Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нету других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих. И узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Они контактируют с копами и с судом. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайна-тауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Копишь? Понял. У Фрэнка будет охрана, так что... Сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него где книги, убей его. Ладно, босс, как пожелаете. Удачи, Томми. Пушку возьмешь у Винченца, машину у Ральфи. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Черт подери, что ты натворил, Фрэнк? Ты же был мне как брат. Что у нас сегодня, Ральф? Привет, Томми! У меня новая машина. Немного лучше, чем модель V8. 80 лошадей. Очень симпатичная машинка. Они немного изменили замки, но для профессионала здесь ничего сложного. Вот так вот. Спасибо, Ральф. Привет, Винс. Надеюсь, ты знаешь, зачем я здесь? Знаю. Что тут поделать? Эх, Фрэнк мог предвидеть это. Что у тебя есть для меня? Стейт-кольт сделает всю работу, но если хочешь, есть еще обрез. На
Сицилии их называют лупара. Когда обнаруживают кого-то убитым из этой штуки, всем сразу ясно, в чем дело. К сожалению, сейчас самое время этим воспользоваться. Стреляет не так далеко, но вынести можно полдома, так что не промахнешься. Никогда бы не подумал, что столкнусь с сицилийскими традициями вроде этой. Сальери передает тебе привет. Нам нужно знать, как ты держишься. Прости, Томмино, я ничего об этом не знаю. Нанеси визит малышу Томми. Он на короткой ноге. Держит нашего друга в крафте. Небольшое предложение, спасибо. Привет, Том.
Слушай, я не знаю точно, где они держат Фрэнка. Но могу сказать, что один мешок с дерьмом болтал языком насчет Фрэнка. И копов на следующий день после того, как его взяли, его называют придурок Джо, потому что он полный идиот. Он постоянно околачивается под мостом. Ты его узнаешь, он абсолютно лысый. Спасибо, Том.
случайно не Джо? Да ошибся, приятель, я Бит. Ладно, тогда я Джо. Жалко тебя, да? Скажи мне, нет ли у тебя брата-близнеца по имени Джо? Мои братья не твое собачье дело. Ладно, мне чертовски нужно поговорить с этим Джо быстрее. Этого мужика не знаю. Мне некогда с тобой шутить. Дело чертовски серьезно. Если серьезно, то не пошел бы ты отсюда. Черт! Ладно, ладно, хватит, я все расскажу. Ты победил, бога ради, прекрати меня бить. Я сейчас все расскажу. Я весь внимание. Договорился с этими укульками, что он отдаст им конторские книги, а они переправят его в Европу. Лучше поторопись, он сегодня уже слиняет. Они держат его в одном месте, в Дубовой аллее, напротив теннисного корта. Это все, что я могу тебе сказать. Теперь уходи, гад. Ты мне очень помог. В следующий раз прямо переходи к девушке. Thank you.
коридора, если его везут в бронированной машине. Ладно, последую за ними и узнаю, куда они. Подайте этого парня! Не убивай меня! Поторопись! Смилуйтесь! Оставь меня, пожалуйста!
меня жена и дети! Не убивайте меня! Не трогайте меня, пожалуйста! Том. Фрэнк, меня послал Дон, и ты знаешь зачем. Я знаю зачем. Я знаю. Я не понимаю, что на тебя нашло. Я думал, ты мой друг. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. За каким чертом это тебе понадобилось? Том, я не мог так дальше жить. Слишком много людей погибло за последнее время, а я этого не выношу. В старые времена с Доном было все по-другому. Может, я просто старею? Том, это война, а я больше не хочу воевать. Когда у нас родился ребенок, я думал, что моя жизнь станет спокойной. А по-другому никак нельзя было. Не обязательно было всех закладывать. Мне пришлось покориться. У них мои жена и дочь, Том. Если я не отдам книги, их убьют. Раньше мы решали свои проблемы по-мужски. Ты, Полли или Сэм могли бы вернуть их, но на этот раз я не хочу рисковать. Я не хочу потерять их, Том. Я не смогу без них жить. Мне сказали, что если я сделаю то, что от меня хотят, меня Мардж и Элис отправят в Европу, где мы сможем начать сначала. Копы? Копы шантажировали тебя и хотели убить твоих родных? С тех пор, как вы с Полли убили этого Билли, копы и Морелло работают плечом к плечу. Этот советник, отец парня, получил свою должность благодаря Морелло. Морелло хотел заставить меня говорить, а полиция потом позаботилась бы о Доне. Обе стороны получили бы то, что они хотели. Боюсь, что ситуация несколько изменилась. Где книги, Фрэнк? У меня их нет, Том. Ты их уже передал? Нет, Том.
Я скажу тебе, где они, если ты вернешь мне жену и дочь. Предполагалось, что мы встретимся здесь, так что их должны держать где-то рядом. Потом убей меня, если захочешь. Только проследи, чтобы они живы выбрались из города. Прекрасно, но тебе придется сначала отдать мне эти книги, Фрэнк. Прости, но я хочу убедиться, что ты не врешь. Слышали выстрелы и думаем, что внутри будет безопаснее. Я не знаю, что делать. Вы жена Фрэнка? О, вы пришли, чтобы спасти нас. Я перед вами в долгу. Где Фрэнк? Он здесь. Подождите, я скоро вернусь. Все в порядке, Фрэнк. Пойдем. Марч, о, Горюшка, Элис. Слава богу, ты в порядке. Дорогая, спасибо, Том. Они обещали, что дадут мне билеты на самолет в обмен на книги. Эти билеты должны быть где-то здесь. Ты не мог бы поискать их? Ладно, я это сделаю, Том. Подожди меня здесь. Надеюсь, ты не собираешься делать глупостей?
Ну вот, держи, Фрэнк. Спасибо, Том. Дай мне попрощаться с Марч и Элис, а потом мы уладим с тобой. Что? Фрэнк, ты не летишь с нами? Что, что? Я не могу, Марч. У меня и Томми есть очень серьезный вопрос, который нужно разрешить. Так, Том? Фрэнк, просто скажи мне, где книги, и можешь лететь с ними. Что? Как ты объяснишь это Дону? Забудь об этом. Это моя проблема. Где книги? Я никогда этого не забуду. Вот ключ от сейфа в Первом национальном банке. Это в деловом районе. Книги там. Возьми их, Том. Спасибо. И, Том, благодарю за все, что ты сделал. Я в долгу перед тобой. Скажи Дону, что я сожалею о том, что все так закончилось. Для Дона ты мертв, Фрэнк. Если он узнает, что это не так, он не отстанет от тебя. Ну все, иди, давай. Томми, я никогда не забуду вашей доброты. Боже вас благослови. До свидания, мистер. Не забывай, что я говорил тебе тогда в машине. В конце концов, твой лучший друг убьет тебя. Так сказал мне тогда Фрэнк. Потом мне самому приказали убить друга. Да только я этого не сделал. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой, или как там говорится. А я не хотел, чтобы Поле однажды всадил в меня пулю. Возможно, в тот день я и дал ему повод. Сам виноват. Я просто надеялся, что он любит меня так же, как я люблю Фрэнка. Фрэнк не солгал. Портфель с конторскими книгами лежал в сейфе. Достать его оттуда оказалось просто.
Привет, Томми. Как идут дела? Хорошо, твои? Мои отлично. Но какой-то громила из Хобокина побил моего приятеля. Он ошивается в баре «Черный кот». Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь его проучил. Это легко сделать. Ты сделаешь, Томми? Это великолепно. Эй, только не убивай его. Я не хочу его смерти. Просто бей, пока этот тип не запросит пощады. Если ты это сделаешь, я достану тебе коллекционную тачку. Давай, как выглядит этот мерзавец? Здоровый, как горилла. Его ни с кем не спутаешь. Он часто бывает в баре «Черный кот». Его зовут Большой Стэн. Скажи ему, что Карла передает привет. Ладно, я пошел туда. Вызвать полицию!
большой стенд? Смотря кто спрашивает. У меня послание от Кара. Хочешь получить то же, что и он? Нет, только не. Тебе сегодня везет. Я тебя порву на тряпки. Боже мой! Ах ты ублюдок! Я тебя достану! Так он получил свой урок? Если он не вставит новые зубы, придется ему есть детское питание. Хе-хе! Карло будет просто счастлив! Ну так где эта машина? Она принадлежит парню из квартала миллионеров в Оукхилле. Это небольшой переворот в технике. Отличный мотор, легко управляется. У нее привод на передние колеса. А, вроде тех, на которых ездят кинозвезды. Да-да, взгляни на замок, это очень просто. Только будь осторожен, как пойдешь за ней. У парня есть охрана. Спасибо, Лукас. Thank you.
Господи, помоги! Он ловит мою машину!
спрашиваешь, что тебе нужно?